Солчищук. Небольшое вступление, пожалуйста. Последний спикер. Дорогие коллеги, ну вот я совсем стесняюсь вам все это сейчас сказать, потому что у меня совсем другая тема. Вот я 60 лет работал в реанимации, и в клинике Бакулева, имени Бакулева, это сердечно-сосудистая хирургия, и пришел к такому странному выводу. Но сейчас я немножко о нем расскажу, что это я к тому, что здесь обсуждалось уже, что чем будет у нас более массовая и более качественная медицина, тем у нас будет больше больных. Вот обдумайте, пожалуйста, это. Я специально сказал, что 60 лет работаю в клинике для того, чтобы понимали, что я не просто и это говорю с головы, а что это опыт. Опыт 60 лет. Чем будет лучше у нас качественная медицина, и чем она будет более массовая, тем будет у нас больше больных, и все будет хуже. Поэтому нужно обратить внимание, нужно обязательно обратить внимание на здоровье. Здоровье не как отсутствие болезни, а как способность жить, как способность преодолевать невзгоды. Вот вот ангел-хранитель, о котором я буду рассказывать, он имеет три ипостаси, три основания. Это, во-первых, биомедицинская система, он на нее опирается, на опыт биомедицинской системы. Это, смотрите, что за биомедицинская система, сразу скажу, чтобы не переключать. Это вот в 64-65 годах очень тогда знаменитый, очень хороший хирург Николай Михайлович Амосов, он получил возможность сделать баротермооксикамеру, не одну, потом целый центр был сделан. Вот я был главным конструктором, хотя не совсем согласен с тем, с той задачей, которая была поставлена. А была поставлена такая задача, что в этой камере, которая может охлаждаться и в которой может менять температуру, что в которой может быть разное насыщение углекислоты и кислорода, он немножко заболел и решил, что если он имел мировую знаменитость, что если он в этой камере сможет продержаться, пока человечество придет к тому, что у него не будет болезней, что у него не будет у человечества уже смертей, то и он будет воскрешен, и он в этой камере в будущее перейдет. Вот эта книжка, раньше он написал ее, чем были сделаны барокамеры. Видите, записки из будущего. Это я стою, видите, у меня еще черная борода есть в то время. И призываю всех, давайте, это у нас комиссия, заходите в камеру, я попробуйте омолодиться. Теперь медицинская часть. В медицинской части я хочу вам сказать главное, что я вынес этот опыт 60 лет, что телемедицина, которой мы вовсю занимались, автоматизированная история болезни, и в том числе вот эта система, автоматизированная система обеспечения решений, на основании которой сделана индивидуальная терапия, которая лучшая для каждого пациента персонально. И она проработала с 73 года по 8, сейчас тоже работает, но уже в гораздо меньшем масштабе. И какая разница? Разница та, что здесь врач и система, они друзья, они вместе работают. И получается совершенно новый результат, результат возможности индивидуальной терапии. Теперь вот я хочу сказать, что видите, клинические результаты, это официальные клинические результаты, многократно опубликованы, много монографий, много научных публикаций. Вы видите, в три раза и более. Понимаете, даже мы могли написать и более. Это, правда, это не я, это Бураковский Владимир Иванович, он академик, инициатор этого, то, что я рассказываю, это он написал. Снижение осложнений и летальности. Ну, а вот всего
И все по этому вопросу. Теперь я хотел перейти, я понимаю, что все устали, к тому, что это технология здоровья. Не медицина, а технология здоровья. Вот в 1993 году президиум Российской академии медицинских наук по моему докладу, который назывался «Стратегия здоровья», принял решение, вот здесь написано, это протокол, а это что там было? Значит, заслушав и обсудив доклад профессора Лещука, «Стратегия здоровья» президиум РАМ постановил принять актуальным, что медицина как лечение, медицина как повышение здоровья, это не одно и то же, это надо развивать, и что этот проект сделать правительственным. Проект в самом деле был сделан правительственным. Это тот самый первый национальный проект, который и назывался «Здоровьем». Но дальше дело оказалось так, что медиков 1 000 000 в России, а тех, кто занимается здоровьем, очень мало. И потому, ну, это я не буду еще дальше говорить, вы уже все сами понимаете. Рассказывайте, мне интересно. Ну, вам интересно, но видите. Интересно. Расскажите. Так вот, это теоретическое обоснование. Я его все пропускаю. Оно заключается в первом. Главный результат, который нужно прийти, он заключается в том, что нужно суметь в математической модели объединить детерминизм и теологию. То есть материализм и материю и дух. Вот если это сделать, а это мы сделали очень давно, и все опубликовано, у меня даже есть с собой публикации, могу дать, кто очень хоть захочет, но, значит, это же я не могу долго развивать, из-за этого я прямо уйду, ох, не в ту сторону, что ли, прямо уйду к основному выводу, который вот в чем заключается. Вот я полностью вас поддерживаю и говорю, что никакими финансами, никакими усилиями, которые я проявлял очень большие, невозможно пробить следующую вот у нас силу, которая существует. Вот сейчас прямо у нас идут следующие переговоры. Это может быть уже 20-е переговоры. Но каждый раз и деньги даже выделили 500 000 000. Но каждый раз все упирается в следующее. Если люди хотят, не, то есть вот специалисты, которые собираются вместе, не получить научный результат и даже не получить деньги, деньги более-менее, они хотят быть лидерами в этой области, а они не знают эту область. Они же лидеры, они другое умеют, они умеют быть лидерами. Вы понимаете, что я говорю, надеюсь, вот, что у нас тут лидерство, это главное идет. Мы из рук государства получаем лидеров, которые будут дальше управлять медициной и экономикой и всем. И что же это будут за лидеры? Но дело не важно. Дело в том, что вот я сказал главное. И тогда мы пришли к такому выводу уже давно тоже, уже делалось доклады в США, что уже сейчас можно завестись личным ангелом-хранителем, но не в железе, не в программе, а непосредственно в своей собственной душе, в подсознании. Вот и все. Это 60 лет.